Петербурге завтра временами дожди, ночью плюс 14, днем до 24 градусов. В Москве преимущественно без осадков, ночные часы 15-17 тепла, а в дневные плюс 27 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 23. Радио России. Радио России, регион Тюмень. Радио России, регион Тюмень. В Тюмени 14 часов 10 минут. Здравствуйте. Служба информации Радио России, регион Тюмень продолжает работу в прямом эфире. Вести, регион Тюмень. За звукорежиссерским пультом Александр Сочелович, у микрофона Галина Вильюм с новостями к этому часу. Рослесхоз наращивает силы десантников для тушения лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе. Высокая грозовая активность стала причиной каскадного роста числа пожаров. Ситуация осложняется труднодоступной местностью. Работы проводятся преимущественно ручным способом, так как доставка наземной техники невозможна. Ведется обследование 45 горячих точек, зарегистрированных системой космического мониторинга лесопожарной обстановки.